Привет, друзья и гости моего канала. Сегодня мы были на новогодней елочке и кучу подарков Эмилия с Робертом получили. Даниэль тоже получил подарочки, но он свои подарочки никому не показывает. А эти все подарочки от организации «Самаритян». Это обычные люди, которые собирают подарки для деток. Такие коробки, много всего туда вкладывают и отправляют деткам в другую страну. Вот эта вот замечательная женщина собрала для Эмилии подарок. Рядом письмо от мальчика Генрика, 12 лет, его семьи. Он наставил нам адрес, мы обязательно ему отправим письмо, поблагодарим. К сожалению, в третьем подарке письма не было. Мы не знаем, кто его отправил. Подарочки все замечательные, хорошие. Полотенца, зубные щетки, носочки, лего, какие-то стаканчики, игрушки, скакалка, трафарет. Большое-большое спасибо этим замечательным людям за их большое сердце.